Всем привет! Сегодня мы с Трумутой мы играем игру, где, короче, ты змей. И смысл этой игры, наверное, все знают. Тебе нужно просто кушать. Королевство или вот это. Ну, наверное, вот это. Что это вообще такое? Ну, кушаем! Я в этой игре персонал, поэтому я ташу вот такого вот красненького, огромного, не пойми кого, не знаю, кто это вообще, убить смогу запросто. Так, я тебя убью, если ты придешь головой мне. Да. Привет, кушать. О, опять кушать. А, ай, не получилось. Ну, может, получится тогда человек отмазать. Это моё. Привет, не пойми кто. Только меня-то не закручивай. Да, вот так вот. Так, теперь... О, привет. Ты меня больше меня, но... О, привет. Кто ты такой? Ты ж Мананя. Вот тебе. Вот такой я персонал. Опа. О, смайлик сделал. А, я тебя того, я сам понимаешь, что я... Ладно. Так. Опа, я нажал на эту кнопку. Нажимаем. Я летунья. Малюнанайка. Так, кушай, там бочка с медом или что это, я должен, ну, сами понимаете, да? Кушай, еда, дайте, ну, вы, конечно, плохие змейка. Да уж, вообще-то я не злой, я обманул вас, и вообще-то новый скин. Достался из сюрпризика. Карты новые, все такое. Короче, прикольная игруха. Вот. Во. А это что тогда такое? А это одно и то же. Просто одно и то же. Так, ломаем тебе. Убивайся! Умри! Ты что такое? Ты кто такое? Ты чё? Из тебя ничего не выпало? Ладно, этого громадину убью лучше. Я вообще такие громадины убивала. Да, но я неосторожный, понимаем, да? Ничего страшного, рекламу посмотрим. Знаете чё? Я играл в непонятную игру, и... Там, короче, я увидел рекламу, что там всякие из этой игры деньги получают. А резко скачал, и там банковскую карточку, банк позвонил, и все такое. Банковскую карточку, сами понимаете, что банк сказал, вы хотите вы хотите банковскую карточку того? Ну, как это? Ну, забыл, как это называется, это слово. Ну, вы хотите убрать свою карточку? И все началось, потом началось, и как-то я это исправил. Вот. Ну, о-о-о, ты кто такой? Я тебя съем. Ну, и все, не играйте в лохотроны. Если увидите в рекламах деньги, все такое, не верьте этому. Это лохотрон. Обычный лохотрон. Вот. Даже не играйте в такие игры. Если даже вы не поверите мне. Все равно верьте мне. Только мне. Это лохотрон. Обычный. Вы ничего не получите. И не купите себе Lamborghini за $1000. Или миллиард долларов. Вот. А шо, знаете, какая у меня мечта? Бриллиантовую кнопку получить. Вот. Знаете почему? Потому что для меня я это хвалю. Еда! В
Все, я огромный, я вообще огромный. Там была еда. Катус? Нет, это вообще опасно, Катус. Привет, Катус, змей. Змеокотос. Змеокатус. Ты плохой, Катус, а рекламу, ладно. Так. Потом вот это вот кушаем. Опа. О. Опа. Я тебя убил. Так, потом вот так вот. И где там? О, еда, я тебя расставлю вообще. Даже два. О, вот тебе, я тебе такое сделаю. Я рекламу посмотрел, да. Почему я убил себя? О, непонятный жукич. Жуки, мани, мананана. Еда, еда, еда. Тебя нужно съесть. Отдай, и дай, отдай, отдай, отдай. Магнитик, хорошо. Опа, опа, опа. Кушаем. Мы жрём много еды. Чё? Я ускорение делаю. Еху. А так? А если так? Стоп. А если так? А, ничего не получится. Уи. Смотрите, что я умею. О-о-о. Вот это да. Там еда была. Под названием вкуснотища. Но это вы меня сожрёте, ща, не мешайте. Зачем вам такую ерунду кушать? Я такой малюсенький вообще. Хорошо, что успел полететь. Ехо! Я кручусь, верчусь. Да, я не умею слова правильно говорить. Не получается. Ну чё, извините. Вот. Вообще, некоторые слова сложные, поэтому я их не могу говорить. Вот. Вообще-то, а вы знали, что, почему я, когда видеоролик снимаю, время проходит, я не снимаю? Потому что я волосы того, ну, сами понимаете, да, вот, я волосы делаю так, чтобы красиво было, вот, смотрите, как вам волосы, вот. И вообще я делаю себя красивым, чтобы был красивый, вот, чтобы вам нравилось. Вот. Поэтому время уходит. Я видеоролики не снимаю быстро-быстро. Вот. Я чё вам? Какой-то человек, который снимает, не знаю, по два видеоролика в неделю? Разве я похож на этого человека? Ну, посмотрите. Нет, не похож. Вот. Поэтому... И... А, Миндя! Черепашки-миндя пришли. Миндя, черепашки-миндя. О, что там? Я вообще-то знаю, что там. Там море. Да, я падаю в море. Гуляем, гуляем по морю. Так, кушаю, 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 кушаю много еды. Так, вот. Кушаю. А еще посмотрите на часы. Они не работают, к сожалению. Но ничего страшного, они работают, так не работают. Батареи просто того. Куплю новые батареи и заработают. О. Или куплю новые часы. Ладно, ничего страшного. Ну, так батарея закончилась, ну и чё? Ой. Ой. Всем пока-пока. Нажмите лайк, колокольчик, подписочка. И знаете, зачем нужен колокольчик? Колокольчик нужен, чтобы вы не пропускали видео. Вот на телефон, например, вы смотрите мое видео. Вы нажали на колокольчик. И вы, например, я снял видеоролик. И, короче, наверху выходит такая штуковина, что я снял новый видеоролик. Вот такая полезная эта штука. Колокольчик.
Короче, всем пока-пока. Нажмите лайк и колокольчик и подписочка.